Захватывающие кадры из китайского города Гуанчжоу, где состоялось красочное световое шоу. Ночное небо над городом озарили тысячи дронов с цветными фонариками. Они выстраивались в различные фигуры, числа, смайлики и иероглифы с пожеланиями. За работу дронов отвечала специальная компьютерная программа, не требующая участия операторов. Фестиваль, приуроченный к первому полнолунию в новом году по восточному календарю, традиционно собирает миллионы туристов.